Привет, брос. Для того, чтобы быть счастливыми в этой жизни, нужно делиться счастьем и с другими людьми. Самым маленьким, незначительным, например, хотя бы как конфеты. Подарите кому-то конфеты, и этот человек будет безумно счастлив. Эй, чувак. Слушай, чувак. Я извиняюсь, я вообще-то занят сейчас. Да, я вообще просто хотел спросить, тебе нравится Skittles? Да, мне нравится Skittles, но я как бы сейчас в туалете. Да, в общем, на самом деле, возможно, это не самое лучшее время сейчас. Ну, вообще-то я просто пользуюсь туалетом и все. А, ну ладно, на самом деле я просто хотел сказать, извини, чувак. Я просто хотел тебе кое-что дать, но... Не, на самом деле, реально извини. Ну, нет... Не-не, реально, извини, это не твоя вина. Ой, господи, это так странно. I'm really sorry, man. Oh my God.